Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников. Джо, красивая ирландская девушка. Гюстав Курбе. 1866 год. Холст, масло, 54/65. Пейзажист, портретист и мастер жанровых сцен. Гюстав Курбе – ключевая фигура французского реализма XIX века. Художник утверждал, что живопись – это предельно конкретное искусство. Нужно изображать лишь реально существующие вещи и предметы, которые можно увидеть и которых можно коснуться. Считается, что на данном полотне представлена одна из самых красивых женщин, когда-либо запечатленных Курбе. Для него позировала Джоанна Хефферман, возлюбленная и модель его друга, известного художника Джеймса Уистлера. Живописец познакомился с ней на побережье Нормандии в Трувилле в 1865 году. Курбе показал девушку с зеркалом в левой руке. Она рассматривает свое отражение, теребит правой рыжие кудри. Именно они притягивают внимание зрителя. Композиция строится таким образом, что практически вся плоскость холста занята максимально приближенной к первому плану героини, что рождает ощущение непосредственности и интимности происходящего. Манера, тонко написанные аксессуары и элементы одежды – все полно чувственности. Существует 4 авторские копии данного полотна. Они украшают коллекции мировых музеев. Ну вот так написано в интернете. Такое описание я нашел к работе Гюстава Курбе. Джо – красивая ирландская девушка. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Текст по книге «Великие музеи мира». До свидания.